8 апреля в нашей стране отмечают добрый и веселый праздник – День анимации. Именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого российского мультфильма. С тех пор многие работы наших мультипликаторов вошли в Золотой фонд мировой анимации. Винни-Пух, Ну погоди, Трое из Простоквашино, Кот Леопольд – персонажи этих советских мультфильмов любят и взрослые, и дети. В 2016-м в ДШИ номер 2 открылась студия детской мультипликации «Кадрики». Здесь юные саровчане создают свои, самые настоящие мультфильмы. Не так просто придумать свой мультфильм, чтобы зритель понял, про что ты хочешь рассказать, чем ты хочешь поделиться с аудиторией. Мы работали над множеством проектов, в том числе у нас были и семейные мультфильмы. Это мультфильмы, которые ученики нашей студии создавали вместе со своими родителями. Создавая мультфильмы, дети раскрывают свои творческие способности, развивают воображение, учатся рисовать, работать с компьютером и специальными программами. Студия мультипликации дает ребятам возможность проявить фантазию, придумать персонажей и историю. На работу с одним мультфильмом продолжительностью 3 минуты у ребят уходит не менее 2 месяцев. Мы создаем сначала наброски персонажа, потом мы его раскрашиваем, потом мы его вырезаем, делаем фон, чтобы снять мультфильм, создаем различные детали, а потом уже только начинаем снимать мультфильм. Мультипликация – универсальный язык общения детей и взрослых. Это возможность для ребенка высказаться и быть услышанным. Занятия в студии детской мультипликации проходят каждую среду. Более подробную информацию можно узнать на сайте ДШИ номер 2 или в группе «Кадрики» ВКонтакте.